Выброс аммиака произошел на предприятии в Миорах, точнее в цеху полоцкого предприятия «Молоко». Сообщение в МЧС поступило сегодня около полудня. Специалисты выяснили, что произошла разгерметизация сварного шва холодильной установки. Работа предприятия была остановлена. Персонал покинул территорию места происшествия самостоятельно. В радиусе 200 метров спасатели эвакуировали 560 детей из ближайшей школы и 110 человек персонала. Для ликвидации ЧС было создано две заградительные завесы. Через час неполадки удалось устранить. В результате происшествия никто не пострадал. Причина устанавливается.